Привет, привет всем! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас очередное видео о распаковке. Итак, заказывала я две орхидейки, две уцененные котлеи. Посылочка шла у меня один день новой почтой с Одессы. У меня, поскольку котлей раньше не было, я решила изначально не покупать очень дорогие котлеи, а просто купить вот две котлейки как бы на пробу, как они приживутся у меня, как я смогу за ними ухаживать, как условия моей квартиры подойдут им. Поэтому я купила две уцененки, это белая котлейка и сиреневая котлейка. Цветение белой я видела, а цветение сиреневой, к сожалению, я не смогла найти, но, в принципе, я не расстроилась, так как цена была совершенно смешная. Обещали орхидейку утеплить. За утеплитель я заплатила 10 гривен. Ну что ж, приступим, посмотрим, что и как у нас в коробочке. Аккуратненько. Ничего, здесь у нас также фольгированный утеплитель. Это, в принципе, хорошо. Такой вот утеплитель очень хорошо держит тепло. Так. Орхидейки, в принципе, в коробке не очень болтались, как по мне. Ну, посмотрим. А по краям у нас степлер. Не везде, конечно. Вот. Тут у нас вот так вот. Как бы степлер есть, но он не полностью захватил, и вот так. Посмотрим. Так. Ну что мне, честно говоря, не нравится, что, кстати, очень-очень холодные горшочки. Не нравится то, что нету какого-то пакетика, который бы удерживал вот так именно горшочек, да, вот полностью закрыть горшочек, чтобы не высыпался субстрат, поскольку, вот видите, субстрат просыпался. Ну, это как бы не страшно, посмотрим, что у нас дальше. Так, газетки. Та-дам, наша котлеечка. Вот такое у нас первое растение. Это фиолетовая котлея. Немножко вот бульбочки поморщены. Ну, то есть, как бы это уценочка. Вот эта вот новая бульба совершенно хорошая. Ну, естественно, от орхидеи требуют пересадки. Но я вижу, корешки есть и хорошие. Также надежда на новый ростик. Листики не подморожены, и, в принципе, все хорошо с этой именно котлейкой. Так, давайте будем дальше смотреть. Это белая, кстати, да, котлеечка. И вот такая у нас белая котлеечка. 7 бульбочек. Вот. Что-то здесь с бульбочкой, как бы, не знаю, надо смотреть. Она немножко черная, листик вот так вот. Но в любом случае, да, тоже очень такая довольно хорошая котлеечка. Она, кстати, вот выпускает чехольчик, по-моему. Вот с которого должны подальше, да, быть цветочки. Это новый рост, самый новый рост. Так что мы попробуем его так, как сказать, поскорее посадить. Вот, ну, растения в хорошем, на самом деле, состоянии, ничего не подморожено. Девочка, реально, цена была смешная. И вот эти вот растения, они стоят, по-моему, гораздо даже дороже. Ну вот, такие у меня теперь есть новые жители. Будем учиться вместе с вами, как за ними ухаживать, как их пересаживать. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!